Слыхан, но здесь не все так радужно. Есть некоторые люди, которые пока еще решают, получать ему прививку или не получать. Ну, я думаю, что вполне логично. Ну, здесь каждый решает сам за себя, получать ему ее или нет. Да, ну вот сейчас, к примеру, мы вот наши коллеги рассказывали о том, что в числе первых право получить прививку от коронавируса получают медики. Ну и, кстати, даже некоторые из них сегодня отказались по тем или иным причинам. И сегодня в столице, по крайней мере, такие случаи проходили. Об этом сегодня было рассказано на брифинге в службе центральных коммуникаций. Вот кто из медиков и почему не планирует прививаться российской вакциной, сегодня стало известно от заместителя главы столичного управления общественного здравоохранения Алии Рустемовой. По ее словам, среди отказников те, кому вакцинация противопоказана, либо сами сотрудники приняли решение пока подождать. Ну, в любом случае, отметила спикер, ограничения по допуску на работу не будет. Отмечу, до 1 марта планируется вакцинировать около 6300 столичных врачей. По количеству точно я вам сейчас сказать не могу, но это действительно небольшое количество медицинских работников. В основном это женщины, которые планируют беременность. Они почему-то считают, что пока они не могут вакцинироваться. Также те медицинские работники, которые имеют те или иные заболевания, онкологические, ну и так далее. Но есть и те, которые в марте, в апреле, они хотели бы вакцинироваться. Ждут, когда другие провакцинируются.